Да, ветер. Выбрались мы сегодня на ламбу. На ней не были в этом еще году. В прошлом году тут было очень много щуки. Сейчас проверим, как в этом году. Есть. Во. Да не, небольшая. Ай, маленькая, но сопротивляется хорошо. Вадим, я зацепил. Такая. Не, ну не знаю. Иди сюда, Вадим. Ох ты! Да я вижу. Щуку. Блин, какая. Смотри, что твой. Ну уйдет, так уйдет. Господи. Блин, не дается. Смотри, какая. Здесь щуки полно. Сначала первое. Давай сейчас взвесим, посмотрим. Потом отпустим. Четыре сто. Первая щучка сегодня на 400. Думаю, поймаем еще, может, даже покрупнее. Но мелочь-то 100% будет. Я думаю, как и в прошлом году, ее будет много. Мы еще не дошли до тех мест, где самое большое скопление щуки. Это буквально 10 забросов, может, моих первых. Такая вот красавица. Продолжим ловить. Блин, ветер хреново дует. Не докинуть до лопухов. Небольшая. Ну вот тут я, кстати, рекордную ловил на 6 с чем-то. Но это была единственная. Здесь у кувшинка должна она стоять. Поклевка была? О, удар. Ну кто-то небольшой. А? Хвост откусила. Ох, ударчик был. Вот он. Есть. Да, есть.
Ну, шнурок. Шнурок. Самих этих. Вон, совсем маленький. На лодке бы тут было вообще шикарно. Мелкая. Главное, в том же месте, где и та. Такой же шнурок. О, такие шнурки. Так и ложка. Ух ты, блин. Кто это такой-то? А чё такой шустрый-то? Слышь? Ух ты, ложка. Иди сюда. Сейчас узнаем. Ой-ой-ой. Зацени. $2,315. Че, кому резину-то? Да, да. Тебе какую, бать? Да любую. Лучше зеленую или красную. Ладно, пошли под елку там. Как погода? Как видишь. Да, что-то погода вообще испортилась. Было солнышко. Она посмотрела, каких за 30 минут чук мы тягаем. И сказала, хер вам, а не погода. Что, Вадим, была рыба? Не было? Серьезно, не было? Да не может быть такого. Должна тут рыба быть. Ушла на кордон. Да не может она уйти. Тут она прячется. И под нос надо сунуть, наверное. Блин, солнце, что ли? Это хорошо. Это радует. Понятно. Не, шнурочек. Отцепится, интересно, сам. Все, есть рыба. На килограммчики есть. Да тихо ты, не дрыгайся. Сейчас мы тебя отпустим. Бать! Жить нырнула. Мужики, вы чё? Когда рыбу начнете ловить? Да? Здоровая была? Ну, она возьмет. Ладно, хоть погода поменялась. Нормальная хоть стала. О-о! Штормовое предупреждение. Мы когда с машины вылезли, я же сказал, что... Ну, они пропищали, говорю, штормовое предупреждение. А вы говорите, да не, дождика не будет. Откуда только придет оно? Лучше бы, конечно, мимо бы. Есть. Есть. Где она? Вон она. Шнурок. Давай. Оп. А? Иди сюда. Шестая. Какая по счету? Шестая.
Несколько поклевок было. Вот снова. Снова пошли кувшинки. Значит, здесь может быть опять столы щучьи. Есть! Есть, есть, есть! Вот она! Блин. Какая? Даже не сопротивляется. Толстая. Седьмую поймал. Килошка. Ну, у него, блин, у него пузо вот такое. Сожрало что-то. Вон здесь. Вот. Пошли снова эти кувшинки. И прям в кувшинках. Не засеклась. Я так и знал, что под этими может стоять. И под теми вон может. Но она выплюнула. А, вот она. У самого берега. Вот она, вот она. Блин. Атакует. Ой, блин. Грамм 600. Ой, она длинная такая. Да это, скорее всего, щука, не окунь. Ударило-то хорошо. Смотри, где он. Прыгать будет, если... Чё, рыба? Только что зубастая откусила хвостик. Причем зубастая была более-менее такая. Брала? В прошлом году тут было несколько. Вот туда бросай. А я здесь эти кувшинки обросаю. Там, видишь? Ух ты, блин, вот ударище-то был, пока на тебя смотрел. Блин, удар такой был четкий. Удар был хороший. Смотри, сколько там кувшинок. О-о-о. Давай, давай, где ты? Не она. Балка рыбалкой, а обед по расписанию. В общем, уже прошли пол водоема, хотя даже почти полностью, еще там осталось чуть-чуть. Итог. Вадим, сколько поймал? Пять. Пять, семь. Поймали 13 щук. Самые большие 400 и 200. Как и по прошлому году, вся щука стоит исключительно в лопухах. Если есть лопухи, есть щука. Причем стоит не одна, там две, а по несколько штук. Сейчас дальше опять будут лопухи. Попробуем еще поймать. Может, штук 5, может, еще зацепим. Опа! Подводи. Какая она? С килошки. Может, чуть больше. Будешь фоткаться? Позорище.
такой шнурок. Ну и зачем ты? Хорошая, не? Это вроде казалось большая. Ну такая за килошку чуть-чуть. Да не за килошку. Килошка, да какая килошка, бать, брось ты. Да интересно, взвесь. Кило 100, кило 200. Взвесишь? Ну да. Да что-то мне не кажется так. Хотя у меня глазомер всегда неправильный. Ну, кило, короче. И жеваная. Ну, вон, смотри, шрамы. Вон тут шрам, тут шрам. Бульк.